Чеснок с прошлого года. Вот чтобы он был таким, на столе мы берем зубчик чеснока, сажаем на грядку осенью. Далее этот чеснок сохраняется на грядке всю зиму. И с таянием снега начинает расти. Далее, вот смотрите, что делается. Вот, скажем, лук семенами посадили, мы только делаем прополку, все, он растет, потом далее собираем его. На следующий год его потом высаживаем. А этот чеснок нужно откапывать. Вот смотрите, чеснок растет. Дальше, чтобы созревание хорошее чеснока было, и чтобы он здоровый был, нужно откопать обязательно. Он почему-то вниз туда уходит. И вот, чтобы он здоровый был, белый, красивый и огромный, обязательно нужно откопать. Откопать вот такую гору земли надо своротить. То есть пол грядки убрать в сторону. Вот я в одну сторону постоянно убираю, чтобы грязи не было. Вот когда дождь пойдет, конечно, это не будет некрасиво. А если в две стороны, там потом ходить невозможно будет. Вот смотрите, как я работаю. Беру, вот постоянно, каждый год. Вот все удивляются, вот чеснок, чеснок. А вот именно интересен чеснок тем, что вот единственный этот чеснок у нас здесь на участке нужно откапывать. Все, что растет, собираем, собираем и вырываем. А этот нужно откапывать. Вот я, смотрите, как работаю с чесноком. Вот только появился, смотрите. Снимаем землю. Вот пол грядки убрал. Тут, конечно, женщине это тяжело. Если еще земля, у некоторых бывает такая твердая. Только мужику тут надо работать. Вот вам чеснок. На столе появился, но никто об этом не думает, как он появляется на столе. Вот рука вся грязная. И вот этот инструмент. Ладно, сегодня 1 июля. Середина лета. Ладно, пока.